В Ялте в эти минуты Владимир Путин проводит заседание Президиума Госсовета. Главная тема – развитие туризма в России, в частности, в Крыму. И в начале встречи президент подчеркнул, что туристическая отрасль страны должна служить катализатором социально-экономического роста разных территорий государства. Президент также отметил, что для привлечения людей на российские курорты необходимо создавать им все комфортные условия. Важно повысить доступность внутренних перевозок для всех видов транспорта или на всех видах транспорта. Прежде всего для студентов, школьников, пенсионеров и других категорий граждан, которых мы называем льготниками. Для справки, размер транспортной составляющей в себестоимости турпродукта составляет сегодня достаточно большую цифру – 50-70% в среднем. Для привлечения иностранных туристов возможно, стоит предусмотреть и дальнейшее упрощение некоторых визовых формальностей. Например, расширить практику применения группового безвизового обмена. Можно сделать это для всей группы стран, которых мы называем странами БРИКС. Одной из первоочередных задач президент назвал дальнейшее расширение современной туристической инфраструктуры и призвал использовать для этого возможности федеральной целевой программы. Путин также призвал подумать и о дополнительных стимулах для бизнеса, который готов вкладывать свои ресурсы в туристические проекты.